Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта» на телеканале «Универ ТВ», и с вами я, ее ведущая Диана Латышева. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях из мира студенческого спорта. Смотрите в этом выпуске. Финальный матч по мини-футболу в рамках внутривузовского этапа чемпионата ССК, Институт физики против КФУ. В Казани прошел отборочный этап чемпионата ССК России по бадминтону. Гость студии Денис Давыдов. Говорим о финальном матче между командой КФУ и Институтом физики. 4 марта в КСК КФУ «Уникс» завершился отборочный этап чемпионата ССК России по мини-футболу среди мужчин. В финале встретились команды Института физики и КФУ. Подробнее смотрите в сюжете Аиды Гатаулиной. За третье место сражались команды АЦ «Казань» и МиГ-27. Игроки боролись на каждом углу площадки, проявляя упорство и свой талант. Они оказывали прессинг на протяжении всего матча, никто не готов был сдаваться. Первый тайм был на равных, и закончился он со счетом 2-2. Второй тайм начался активно. В середине матча мы увидели невероятный сейв голкипера команды АЦ «Казань». Он был чем-то похож на сейв Игоря Акинфеева, который спас нашу команду на чемпионате мира 2018 года в игре с Испанией. Мы видели интересные долгие атаки, хорошую работу вратаря и сильные точно удары полевых игроков. Среди игроков можно выделить Леонида Паренюка, который оформил хэт-трик. С преимуществом в 2 гола команда МиГ-27 одерживает победу и выходит на 3-ю строчку чемпионата. Ну, мы заняли 3-е место на данном турнире, на данном этапе. Дальше нас ждет городской этап. Там будут соперники посильнее, соответственно, и уровень игры будет выше, нежели здесь. В финале за первое место сражались команды КФУ и Институт физики. Этот матч был напряженный, интересный и быстрый. Игра была на равных, и никто не хотел уступать. Хорошие пасы и красиво разыгранные мячи превращались в голы, а точные удары игроков отбивались вратарями. Была жесткая командная игра, за которой было интересно наблюдать зрителям, собравшимся в зале. Матч между сильнейшими командами внутривузовского этапа чемпионата ССК был действительно достоин финала. И это было понятно по счету, так как матч закончился в ничью 2-2, а зрители увидели красивую серию пенальти. Институту физики не хватило совсем немного до победы, уступив серии пенальти. Команда заняла 2-е почетное место. Я думаю, очень сильно повлиял опыт той команды и скамейка, потому что у нас не так много было запасных игроков, и сил, конечно, было тяжело распределять. Мы поздравляем команду КФУ с заслуженной победой и благодарим каждого игрока за красивую игру и неподдельные эмоции. Аида Гатаулина, Валерия Биниман, «Неделя спорта». 6 марта в рамках ССК России прошел один из этапов чемпионата по бадминтону, общий зачет которого входит в ежегодный спартакиада КФУ. Подробнее смотрите в сюжете Ксении Уваровской. В спортивном зале на Бутлерово собрались лучшие атлеты, чтобы выявить тех, кто представит КФУ на межвузовском этапе чемпионата ССК России. В соревнованиях приняли участие огромное количество парней и девушек. Большая часть из них – любители, но тем не менее они показали достойную игру. Стоит отметить, что бадминтон в рамках чемпионата ССК прошел в этом году впервые, поэтому участники столкнулись с серьезными изменениями в регламенте. Во-первых, в этот раз они представляли не только свой институт, но и себя лично, так как в зачет шел командный и личный результат. Во-вторых, играли они не по групповой системе, а на вылет. Участник, проигравший 2 партии, вылетал из турнира. Полет волана, из поля в поле, свист ракеток и постоянная смена партнеров. Вот что нам удалось увидеть. По итогам всего турнира были выявлены победители. Среди мужчин первым стал Вадим Арзуманов. 2-е место занял Самат Фасхудинов. 3-е место взял Булат Хузин. Среди девушек первой стала Рима Галиахметова, а 2-й – Гульнара Тазиева. Теперь победителям предстоит борьба на межвузовском этапе. Ксения Уваровская, «Неделя спорта». И мы продолжаем. И сейчас у нас в студии игрок команды КФУ Денис Давыдов. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Диана. На прошлой неделе завершился отборочный этап чемпионата ССК России по мини-футболу. В финале встретились команда КФУ, в которой ты играешь, и команда Института физики. Расскажи подробнее, какие эмоции тебя одолевали, когда ты выходил на поле? Было очень приятно сыграть в финале, потому что финал – это всегда большой интерес, большое внимание болельщиков, и болельщиков было действительно много. Приходили ребята с разных видов спорта, из шахмат, из волейбола, из настольного тенниса, которые участвовали совсем недавно. С одной стороны, было немножко грустно, что чемпионат заканчивается, потому что он шел на протяжении 2 недель, и как бы мы жили вместе с командой, мы знали, что каждый раз нам нужно приходить настраиваться. Мы, конечно же, и шутили перед играми, и после игры у нас были, оставались какие-то эмоции. Но все-таки это был финал, нам нужно было отдать все возможные силы, потому что иначе этот путь был бы зря, мы ставили цель побеждать и выходили с таким настроем. И я думаю, что
очень приятно было, что выиграли мы и показали именно такую борьбу, и матч закончился в серии пенальти, и это для болельщиков хорошо, ну, наверное, в какой-то степени для футболистов тоже, потому что это определенные эмоции, определенный адреналин, который мы вместе с командами, соперниками получили. Расскажи подробнее, как проходила игра, с какими сложностями вы столкнулись на поле? Мы знали, что институт физики будет очень серьезно на нас настраиваться, потому что этот соперник всегда серьезный, этот соперник всегда тяжелый, они очень мало пропускают на протяжении всех игр. И в финале нам повезло, что мы забили два быстрых гола, ну точнее даже не повезло, а из игры это все вытекало, но как только мы забили два гола, мы сразу расслабились и получили ответ. То есть физики очень хорошо отреагировали на эти два пропущенных мяча и забили два гола еще до конца первого тайма. Это нас вынуждало во втором тайме торопиться, упускать, к сожалению, моменты, и довести дело до серии пенальти, чего мы очень не хотели. Но стоит отдать должное еще раз физикам, потому что они хорошо контратаковали, здорово компактно оборонялись и доставляли нам немало проблем. А в серии пенальти это удача, и очень счастлив я и наша команда, что удача была именно на нашей стороне. А на твой взгляд, чего именно не хватило команде физиков для победы? Ну, в принципе, наверное, немножко везения, потому что фаворитами все-таки при всем уважении к ним была наша команда, потому что в нашем составе намного больше игроков-сборников. И в институте физики они есть, но наша команда полностью состояла из игроков сборных команд по мини-футболу и по большому футболу КФУ. Поэтому, наверное, все-таки не хватило немножко везения. У них было пару хороших моментов, когда они могли даже нас побеждать и вырывать победу. Также у нас было очень много моментов, которые мы не забили. Но, наверное, все-таки им не хватило больше везения. И я очень рад, что действительно в этом матче победил сильнейший. Хотя еще раз говорю, что физики очень хорошо действовали. И, наверное, в какой-то степени они тоже, можно сказать, заслуживали золотые медали. Денис, а ты не мог бы рассказать нашим телезрителям, в прошлом году кто стал победителем отборочного этапа? В прошлом году чемпионат АСК проходил в рамках Кубка КФУ, то есть автоматически кто выиграл в Кубке КФУ, тот становился победителем чемпионата АСК. В прошлом году у нас команды были поделены по институтам и по факультету, то есть не могли менять команды, как это было в этом году, и в прошлом году как раз-таки институт физики победил. В этом году к ним добавилось пару человек. Наш институт разнообразился, был разобран по разным командам. Институт экономики также по разным командам был представлен. Поэтому, наверное, здесь появился больше интерес и победил действительно сильнейший. Потому что в прошлом году институт физики выиграл внутривузовский этап, отобрался на Россию, там им было тяжеловато, потому что они уже не могли менять состав. А в данном случае в команде были собраны как и в их, так и в наши действительно сильнейшие футболисты. Я очень надеюсь, что дальше на всероссийском этапе мы действительно покажем, что такое Казанский федеральный университет и какой уровень футбола у нас есть. А на твой взгляд, из выбывших 20 команд, кто мог сразиться с вами в финале? Может быть, у тебя есть какие-то фавориты? Наверное, их два или даже три. Выделю первое, это Турбион, команда африканская, которая, к сожалению, проиграла в серии пенальти. Им не хватило, опять же, везения. Они в четвертьфинале проигрывали со счетом 2-0, и потом отыгрались, за минуту до конца сравняли счет, и не хватило немножко удачи в конце. И, наверное, команда Лисы, потому что там команда очень хорошая, собрана из разных институтов, преимущественно это Институт международных отношений, и в МИД, и из ФНИМК. То есть ребята очень все такие неплохие, и тоже, опять же, они проиграли по пенальти, им немножко не хватило, несмотря на то, что они вообще почти голов не пропускали. Они сыграли в четвертьфинале 0-0, но в серии пенальти, опять же, удача была не на их стороне. Но, как говорится, везет сильнейшим, раз они немножко не прошли, значит, им что-то не хватило в игре. Поэтому очень хотелось бы, конечно, сыграть и с ними, но, опять же, повторюсь, институт физики заслуживал выхода в финал, возможно, даже заслуживал золотых медалей. Денис, а кого бы из своей команды ты мог бы выделить? Кто, на твой взгляд, является одним из лучших игроков? Как сказал Влад Капунов, у нас все очень хорошо играют, и невозможно выделить одного. Мы не Барселона, где можно выделить Месси, мы не Ювентус, где можно выделить Роналду. Мы такая сборная Германии образца 2014 года, где каждый из наших футболистов – это действительно очень уникальный по-своему футболист, обладающий определенными качествами, которые лишь дополняют наш единый коллектив. То есть у нас нет, наверное, и ребята согласятся, точнее, у нас все лидеры, у нас нет такого, что есть кто-то один, кто бы явно выделялся. Мы выделяемся все среди других, и, наверное, поэтому мы и достойны были победы на этом турнире. Как я знаю, у вас в команде был всего лишь один вратарь. Вы не боялись то, что он может получить какие-либо травмы? Конечно, риск всегда такой есть. И Фарид в этом плане молодец. Он, во-первых, менее травмоопасный. Единственный возможный риск у нас был, что он получит красную карточку, как это бывало уже. Поэтому, но в целом мы верили, во-первых, и в него. И это действительно доверие сыграло свою роль, потому что в финале он вытащил важный мяч в серии пенальти и привел, грубо говоря, нас к победе. И во-вторых, у нас очень хорошая оборона, и я думаю, если бы вдруг Фариды были бы какие-то сложности,
Тот же Антон Тимохин, который уже не раз стоял в воротах, мог бы спасти нас в каком-то конкретном матче, а оборона бы тогда действовала бы с большей концентрацией, чтобы не давать поворотам пробить. А так, Фарид, большое спасибо, и очень надеемся, что на всероссийском этапе он также проявит свои лучшие качества, как это было здесь. Смотри, отборочный этап уже позади, а что ждет команда КФУ дальше? К сожалению, пока неизвестно, мы будем играть в городском этапе или выйдем сразу напрямую на всероссийский уровень. В прошлом году Институт физики как победитель вышел сразу на всероссийский уровень. Надеюсь, в этом году будет так же. Потому что городской этап, конечно, интересно пройти, но лишние игры, наверное, в нашем плотном графике нам лишь помешают. И будет очень приятно, если мы действительно пройдем на всероссийский уровень, а дальше уже либо поедем в другой город, представлять Казанский федеральный университет, или если вдруг чемпионат СК пройдет, как в том году в Казани, то также представим Казанский федеральный университет у нас дома. А командам, которые отберутся на городской этап, то есть Институт физики и, возможно, третье место занявшая команда на этом турнире МиГ-27, пожелаем удачи. Надеемся, что как можно больше команд из нашего университета будет представлять наш вуз на всероссийском этапе. Денис, а в ближайшее время в каких соревнованиях мы можем тебя увидеть? Какие у тебя будут матчи? Хороший вопрос, потому что их будет очень много. Уже в эту пятницу проведет кафедра физического воспитания вместе совместно с департаментом спорта Казанского федерального университета товарищеский матч ежегодный, который они проводят между студентами университета и преподавателями. Это очень крутой шанс для студентов и преподавателей показать, насколько мы хорошо играем в футбол. Это будет пятница в Бустане, анонсирую в 15:30. Там будет очень много болельщиков и, возможно, будет даже прямая трансляция, поэтому подключайтесь или приходите смотреть. Следующий матч уже будет не товарищеский, а носить уже принципиальный характер для нас. Это чемпионат Республики Татарстан по мини-футболу среди вузов. В прошлом году мы заняли первое место, победив всех соперников и отобрались на Россию. В этом году мы снова начинаем уже в качестве чемпиона прошлого года, то есть будем защищать титул. И первый матч пройдет в это воскресенье с КГСУ в Униксе в 12 часов. Поэтому также просим болельщиков прийти поддержать нашу команду. Уникс — это не Бустан, приезжать сюда удобнее, я думаю, всем. И я думаю, что с вашей помощью, болельщиков, мы отстоим титул и снова отберемся на Россию. Что для тебя означает победа в финале? Это то, ради чего стоит бороться и ради чего стоит отдавать все возможные силы. И я думаю, что каждому футболисту и каждому спортсмену победа, если ты отдаешь матч или отдаешь бой без каких-либо усилий, это наверное, стыд. И если ты отдал все свои усилия, но не победил, ты можешь сказать, что ты сделал все возможное, но немножко не хватило. Поэтому победа для любого уважающего спортсмена, в том числе меня, это очень важно. Денис, а когда начнутся матчи по большому футболу? Ожидается, что это будет конец апреля, начало мая. Как раз к этому времени мы уже закончим все соревнования по мини-футболу, потому что когда это пересекается, как это было в октябре, это было проблематично. Во-первых, это травма опасно, менять постоянно паркет, то есть паркет уходить на газон, с газона на паркет. А в апреле уже растает весь снег, будет действительно теплая погода, и футболистам будет действительно приятно играть. Не на морозе мерзнуть, а играть на полянах с хорошим качеством, хорошей погодой. Мы действительно сами это все очень ждем, потому что у нас наконец-то есть шанс выиграть золотые медали. Мы впервые, наверное, за долгое время боремся с Поволжской академией спорта вот именно в большом футболе за первое место. Там еще КАИ очень плотно к нам, поэтому мы все в предвкушении, три команды и между тремя командами одно очко. И всем нам предстоит играть между собой. То есть и мы играем с КАИ, и с Павловской академией, и Павловская академия играет с КАИ, и с нами. Поэтому это будет очень-очень-очень интересно. И кто в этих матчах выиграет, тот и будет действительно победителем. Потому что приятно, когда побеждает сильнейший, а не тогда, когда команда там фаворит, теряет очки с слабыми командами, и из-за этого она не побеждает. Приятно действительно обыгрывать самых сильных и доказывать всем, что ты по праву стал чемпионом. И я очень надеюсь, что в этом году Казанский федеральный университет окажется чемпионами и в мини-футболе, и в большом футболе, конечно, будет сделать очень сложно, потому что соперники действительно каждый день тренируются, готовятся. Мы играем с ними очень часто, мы видим их на разных соревнованиях. Но я думаю, здесь будет играть большую роль психология. И кто конкретно подготовится и в физическом, и в психологическом в том числе плане, тот, наверное, и выиграет. И я не думаю, что нам нужно как-то за это зацикливаться и прям ставить себе определенную цель победы. Мы уже проделали хорошую работу, уже набрали больше очков, чем в прошлом году, хотя у нас еще три игры есть. И поэтому мы уже добились хорошего результата, и почему бы нам его не улучшить? А улучшение будет отличное завершение сезона этой золотой медали. Спасибо большое, Денис, то, что посетил нашу студию. Но мы желаем тебе новых побед и достижений. Спасибо большое, Диана. Вот такими яркими событиями была наполнена прошлая неделя. Но что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универ ТВ». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч!